Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто». События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Потерял сознание и наехал на пешехода. Эксперты разобрались в причинах гибели водителя, который насмерть сбил женщину. Теплые деньки и первые погони за мотоциклами. Инспекторы смогли задержать байкера, который оказался бесправником. Проглотил наркотик, чтобы отвести подозрения оперативников. В Гомеле из желудка мужчины достали пакет с альфа-ПВП. 10 лет конфискации. Оглашен приговор бывшему председателю Гомельского райисполкома Александру Ситнице. Весна, подснежники, гранаты. За последние 2 месяца отголоски войны доносились чаще. Как контролируется нелегальный оборот боеприпасов? Смерть на пожаре. В случаях с поджогами разбиралась Наталья Каприленко. Весенние палы. Почему выжигание травы может влететь в копеечку и как не сотворить беды? Поговорим с экспертом. А также сумасшедшие в метро, борьба с курильщиками на заправке и пассажир аэропорта, который вместо рамки металлодетектора полез в сканер для багажа. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Наехал на пешехода из-за остановки сердца. Такова предварительная информация причины смерти водителя в ДТП, которое произошло на прошлой неделе в Новобелецком районе Гомеля. 59-летний гомельчанин, двигаясь на автомобиле Audi 80 по улице Ильича, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Ранее сообщалось, что водитель отпросился с работы домой и после этого собирался к врачу, но в пути его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, и остановить его удалось только при помощи ручного тормоза, но уже после наезда на женщину. Сделал это пассажир. Эксперты выясняют, имелся ли в крови мужчины алкоголь, лекарственные, наркотические или психотропные вещества. В Паричах Светлогорского района водителя легкового автомобиля сбил мужчину. Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в больницу. По предварительной информации, мужчина со своим братом шел по краю дороги. Оба катили велосипеды. Водитель Volvo на закруглении дороги зацепил одного из них. Пострадавший с тяжелой травмой головы доставлен в Светлогорскую районную больницу. Следователи проводят проверку. Медицинская помощь понадобилась в минувшие выходные и жительнице Светлогорска. В ее квартире произошел пожар. Спасатели обнаружили женщину на полу в квартире. Вынесли на улицу и передали медикам. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – короткое замыкание электропроводки. В Прическом районе на пожаре спасено 5 человек. Люди покинули квартиру через балкон по приставной лестнице. По телефону 101 поступило сообщение о пожаре в агрогородке Леваши Реческого района. На момент прибытия спасателей 56-летняя хозяйка вместе с дочерью покинула квартиру самостоятельно. Остальных пришлось спускать по лестнице через балкон. Внутри помещения и на площадке было сильное задымление. Во время рейда сотрудникам ГАИ пришлось погоняться за нарушителем. Мужчина управлял мотоциклом. Увидев автомобиль, автоинспекции быстро высадил своего пассажира и попытался скрыться. Но в результате был задержан. На мотоциклиста составлено 8 протоколов, в том числе за управление без прав и за невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке. Мотоцикл на штрафстоянке. Водителю помимо внушительного штрафа грозит административный арест. Передозировка наркотиками и почти 2 грамма героина в запасе. В одной из квартир микрорайона Первомайский в Светлогорске обнаружен мужчина с признаками принятия овердозы наркотиков. Сразу за медиками на место происшествия приехали сотрудники наркоконтроля. При обыске квартиры пострадавшего найдены использованные шприцы и порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это героин весом почти 2 грамма. Мужчина под стражей, а оперативники проверяют канал поступления наркотических средств на территорию Светлогорского района. А в Гомеле покупатель наркотика пошел на крайность, когда его задерживала милиция. Уничтожая улики, он проглотил пакетик с психотропом. Забирать закладку пришли мужчина и женщина, и как только они это сделали, появились сотрудники наркоконтроля и задержали покупателей с поличным. При женщине нашли дозу, а при мужчине нет. Оперативники решили, что сверток он проглотил, и не ошиблись. Эндоскопия показала, что пакет с психотропом находился в желудке у подозреваемого и был успешно оттуда извлечен. Изъятые кристаллы особо опасны. Опасное психотропное вещество альфа-ПВП общим весом около 0,4 грамма. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
вынесен приговор бывшему председателю Гомельского райисполкома Александру Ситнице, который обвинялся в коррупции. Он был в СИЗО почти год. Суд признал Александра Ситницу виновным в получении взяток в крупном размере и превышении служебных полномочий. Приговор – 10 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Именно столько, сколько просил гособвинитель. По мнению следствия, Александр Ситница лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован в установленном порядке. Весна – это горячая пора не только для аграриев. Интенсивность работы в это время года ежегодно увеличивается как у саперов, так и у других оперативных служб, принимающих участие в выявлении, изъятии, обеспечении безопасности и утилизации огнестрельного оружия и боеприпасов, находящихся на территории республики в нарушение закона. Всплеск этот связан в первую очередь с началом посевных и строительных работ, а также с активизацией так называемых черных копателей. О первых итогах этого года по изъятому из незаконного оборота оружия, а также о мерах предосторожности и ответственности за несданный вовремя арсенал в нашем следующем материале. Теплые весенние лучи растопили снег и обогрели землю, и по полям пошли тракторы. Помимо этого стартовал и строительный сезон. Сотни тысяч кубометров белорусской земли переворачиваются ежедневно. Обнаружив взрывоопасный предмет, владельцы этого дома сразу же сообщили о находке в милицию. Однако поступает так далеко не каждый свидетель эхо войны. Некоторые граждане выкапывают боеприпасы и десятилетиями хранят их дома или в тайниках. Есть и те, которые прячут незаконные ружья, винтовки и револьверы. В пользовании жителей нашего региона сегодня находится свыше 16 тысяч единиц зарегистрированного гражданского оружия. Однако большое количество имеется и незарегистрированного оружия. В основном оно изымается гладкоствольное, реже попадается нарезное оружие. Значительная часть оружия поступает в нелегальный оборот от черных копателей. Они, как правило, пытаются добыть значки, медальоны, в ходе раскопок и откапывают оружие, которое в милицию не сдают. Где-то прячут, где-то перепродают, где-то меняются. На сегодняшний день, за 3 месяца этого года, из оборота изъято 377 единиц оружия. Из них незарегистрированного 41 и добровольно сдано 25 единиц. Раскопки и перекуп охотничьего оружия – не единственный источник нелегального вооружения населения. Недавний случай обнаружения боеприпасов у наркомана – тому подтверждение. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по отработке канала незаконного ввоза на территорию республики наркотических средств, гомельские таможенники во взаимодействии с сотрудниками МВД задержали 2 жителей нашего региона, один из которых не только сбывал марихуану, но и хранил по месту жительства целый арсенал патронов для оружия. В результате обыска по месту жительства было установлено наличие большого количества патронов для различных образцов оружия, а также взрыватели для гранат и другие части оружия. По результатам 2 граждан задержаны. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренные статьями 295 и 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящий момент проводится экспертиза, а также дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Но оказаться хранителем боеприпасов на своем участке можно и не по своей воле. 75 лет назад наша земля была местом ожесточенных сражений. И обрабатывая огород или копая землю под фундамент, можно лопатой наткнуться на ржавую болванку. Надеяться на то, что за долгие годы ее содержимое пришло в негодность, не стоит. Угроза таких отголосков войны велика. Как правило, люди находят крупнокалиберные снаряды, минометные мины и ручные гранаты. Большая часть предметов находится в коррозированном состоянии, часть из них на боевом взводе, поэтому при обнаружении данных предметов их нельзя перемещать, переносить, разбирать, трогать. Самое главное, что вы должны сделать, это позвонить по телефону 101-102, приедут специалисты и разберутся. В этом году за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ возбуждено 28 уголовных дел. Те, кто сдал незарегистрированное оружие добровольно, были освобождены от уголовной и административной ответственности.
За один день фраза «вероятная причина пожара – поджог» прозвучала в 4 случаях возгорания в Гомеле, Ельске, а также Мозырском и Добрушском районах. В одних фактах усматривается криминальная составляющая, а в других условием для пожара стала погода. Природа взяла передышку. За окном сейчас дождливо, но спасатели готовятся к новым чрезвычайным ситуациям. Вопросам противопожарной безопасности была посвящена и пресс-конференция представителей МЧС и других заинтересованных ведомств. Об источниках возгорания и опасности выжигания травы репортаж Натальи Каприленко. В деревне Гурины Мозырского района и поселке Первомайский Добрушского района из-за пожаров без крыши над головой остались 2 семьи. Пострадавших, к счастью, нет. В Гомеле и Ельске выясняют, как сторонний источник огня полностью уничтожил неэксплуатируемый ларек и сарай. А вот неосторожное обращение с огнем стало причиной ЧП в Светлогорском районе. В деревне Хутор сгорело 4 хозпостройки и 29 ульев с пчелами. На своем приусадебном участке один сосед опаливал кабель, для ускорения процесса воспользовался бензином, вспыхнувшее пламя перекинулось на траву. Самостоятельно мужчина потушить огонь не сумел, стихия разошлась и по соседскому участку, где огонь и причинил ущерб. Начало апреля и в этом году снова стало горячей порой для поклонников огневой жатвы на приусадебных участках. Огонь для многих, несмотря на все предупреждения, по-прежнему главный утилизатор мусора и чудо-средство мифической очистки пашни перед весенним севом. В Жлобинском районе, в деревне Краснобережская Слободка, в схватке с необузданной стихией погиб человек. Все как под копирку. Пожилые супруги сжигали мусор, оставили костер без присмотра, загорелась сухая трава. Муж и жена стали тушить. Женщина получила ожоги руки, ноги, лица и тела. На мужчине загорелась одежда. Он скончался от полученных травм. В МЧС отмечают, это уже 5-й случай гибели людей в подобных ситуациях с начала пожароопасного периода. Всего с начала года спасателям поступило более 1000 сообщений о горящей траве и кустарниках. Одернуть себя и не стать героем вот таких вот ЧП, возможно, кому-то поможет знание закона. За выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивших остатков на полях, либо за непринятие мер по ликвидации палов, грозит штраф от 255 рублей до 1020. Предусмотрена и уголовная ответственность. За последние дни спасателями зафиксированы 2 возгорания в лесах Калинковичского и Ветковского районов. Расчеты МЧС оперативно выезжали на тушение торфяного пожара в Хойникском, Калинковичском и Лоевском районах. В 6 районах региона зафиксированы возгорания травы и кустарников. За последнюю неделю у нас было в лесах пожаров на общей площади 7,5 гектаров. С начала года на сегодняшний день зарегистрировано 220 пожаров на территории Гомельской области. Наибольшее увеличение наблюдается в Хойникском районе, в Брагинском районе, в Гомельском районе. Также есть некоторое увеличение в Светлогорске и в Мозыре. Над этим сейчас работают как председатели районных исполнительных комитетов, так и все субъекты профилактики, участвующие в работе смотровых комиссий. МЧС в очередной раз напоминает, что допускается подконтрольное разведение костров на расстоянии до здания и сооружения не менее 10 метров до лесного массива, 20 метров, 30 метров до мест, где складируется сено или солома. Разжигание костров в запрещенных местах может обойтись строгим предупреждением, а может больно ударить по карману. Штраф до 12 базовых величин – это 306 рублей. Категорически запрещается разводить костры в хвойных молодняках на старых горельниках, лесосеках и торфянниках. Спасатели предупреждают, что наступление тепла и сезона игр на природе – соблазн разведения костров в запрещенных местах и поджигания сухой растительности велик для детей и подростков. Дети пытаются попробовать поиграть со спичками, с открытым огнем, зажечь траву, еще что-нибудь. И это может привести к различного рода тяжелым последствиям, к пожарам. И, конечно же, надо проводить профилактическую работу, рассказывать им, что мы и делаем, посещая сады, школы и общаясь с родителями во время выступления в трудовых коллективах. Профилактике детского травматизма и гибели на пожарах несовершеннолетних посвящен и новый для региона волонтерский проект «Сохрани жизнь ребенку». Он заработал стараниями МЧС, Белорусского детского фонда и студентов-добровольцев с начала весны. Такая активная работа с детьми, как показывает практика, становится отличным примером безопасного обращения с огнем и для родителей, и старших родственников.
Травяные пожары можно отнести к одному из самых опасных видов чрезвычайных ситуаций. В засушливую погоду достаточно неосторожно брошенной спички или окурка, чтобы полыхнуло на пол деревни. В Гомельской области уже были случаи, когда из-за преднамеренного выжигания сухой травы и человеческой небрежности пылали дома, дотла сгорали сенохранилища и хозяйственные постройки, гибли люди. Свести эту статистику на нет вряд ли получится, но уменьшить количество травяных пожаров и пострадавших на них людей – реальная задача. Об этом мы и поговорим с начальником отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Дмитрием Гуцем. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, телезрители. Сезон травяных пожаров уже начался, и мы имеем некоторые случаи в Гомельской области, но также по всей Беларуси. Источник этих возгораний – человек? Как вы уже правильно отметили, значит, пожароопасный период у нас уже начался. Значит, ранний сход снежного покрова, сельскохозяйственные палы, значит, пожары травы спровоцировали рост возникновения чрезвычайной ситуации, а именно в пожаровых экосистемах. Значит, первые возгорания были у нас зарегистрированы в третьей декаде февраля на территории Житковичского, Ельского и Петриковских районах. А если в целом говорить о статистике, то у нас зарегистрировано 46 пожаров в экосистемах. Это 10 лесных пожаров, 12 торфяных и 24 пожара травы и кустарника. Как вы считаете, это много вот на данный период года? Если сравнивать предыдущий год, то это увеличение, и достаточное увеличение во много раз, потому что, как я уже раньше сказал, ранний сход снежного покрова, ранняя весна вот и спровоцировала, значит, у нас всплеск этих природных пожаров. Но я думаю, что в лесах пожары горят не по природным причинам, потому что человек все-таки посещает, раньше стал посещать эти территории, да, и заносит туда посторонний источник. В основном причиной пожаров является несоблюдение человеком правил пожарной безопасности. К сожалению, палы травы могут спровоцировать и становятся причиной гибели и травмирования людей. На территории Гомельской области зарегистрировано 2 таких случая с гибелью людей. Это на территории Жлобинского и Речицких районов. И 3 человека у нас травмировано. Значит, в основном это категория пенсионеры. Люди считают, что если они будут сжигать старую прошлогоднюю траву, то вырастет новая. Но так ли это на самом деле? Конечно, наводить порядок на своих приусадебных участках можно и нужно. Но делать это, конечно, нужно с толком и соблюдать правила пожарной безопасности. На своем приусадебном участке наводить порядок можно, но только в безветренную погоду и под постоянным присмотром. Значит, обязательно наличие первичных средств пожаротушения, это шансовый инструмент лопата, либо ведро с водой. Действительно, дачники после зимы начинают выезжать на свои приусадебные территории, наводить порядок. Ну, а если старую траву и сухие листья выносить на мусорные площадки далеко, то просто их сжигают. Стоит ли это делать, мы поинтересовались у жителей города Гомеля. Внимание на экран. Неуправляемый огонь сжигает все, что горит. А поджигать есть кому, а гасить некому. Нет, палить не надо, но убирать надо, естественно. А как вы относитесь к такому методу уборки, как вот поджигание травы? Нет, против этого. Почему? Ну почему? Потому что это что-то следишь. Ветер хватил бы, пожар. Ну, конечно, бы это желательно делать, но сейчас же это не разрешается, наверное. Поэтому надо как-то по-другому. А почему желательно? Ну, потому что весь мусор, а куда его девать? Если не вывозят, например, на участке не вывозит машина никакая мусор, куда девать мусор? Нет, нет. Почему нет? Ну, потому что вот, показывают по телевизору, бывает самое. Ну... Вы же видели, что запалы где-то в Речицком районе, вот женщина даже погибла. Это вредно для здоровья, во-первых, дым этот копоть. Так что это, мне кажется, запрещается выжигать. А чего, как, почему люди вообще это делают, как вы считаете? Ну, наверное, потому что хотят, чтобы чисто было у них на даче или на огороде. Поэтому и жгут, а потом дышать этим всем. Ни в коем случае, потому что пожар, сгорают люди, и это очень опасно. Поэтому лучше вынести, выбросить куда-то. Но ни в коем случае не сжигать. Вы знаете, такой вопрос спорный, я считаю. Тут лично, ну как бы, с моей точки зрения, нежелательно вообще выжигать траву. Ее может быть как-то перерабатывать, обрабатывать, чтобы она высыхала или перегнивала, и тот же самый, может быть, перегной был бы. Я думаю, что все знают, что не стоит. Почему? Ну, потому что это опасно.
А чем это может обернуться? Опасно для природы, для людей опасно. Люди даже погибают на своих участках. Это вообще страшное дело. Загребать надо все закапывать и ничего нельзя сжигать. Потому что у нас и так повышенный фон. Ну, не в деревнях точно. Чтобы как бы другие жители себя чувствовали нормально. Потому что были такие ситуации, когда соседи у меня вызывали милицию, пожарных. Ну, неприятно было. И давали штраф. Вот. А так, я думаю, не надо, не стоит. Вот такие мнения наших гомельчан. Как вы можете прокомментировать услышанное? Давно сказано, что палы сухой растительности носят колоссальный ущерб не только животному и растительному миру, а правильно уже сказали, а также в результате этих пожаров сгорают и хозпостройки, и жилые дома, и, как я уже ранее сказал, и травмируются, и гибнут люди. То есть вред наносится колоссальный. Я считаю, что это просто варварский способ наведения порядка. Сегодня есть все для того, чтобы вывести мусор. Составляются графики в сельсполкомах. Есть недоброжелательные такие вот граждане, которые либо пытаются таким вот способом навести порядок. В Лельчинском районе 3 апреля произошел пожар на поле сельхозпредприятия в деревне Заполье. Там, площадь достигла больших размеров, 60 гектаров. И в результате чего, у нас там, получается, не было перепахано, не было опашки сделано вокруг населенного пункта, в результате чего в населенном пункте Заполье был полностью уничтожен жилой дом и две хозпостройки. Конечно, это печально. Особенно печально, когда гибнут люди на таких пожарах. Ведь уже и в Гомельской области два таких случая, как вы говорили, и все это, конечно, очень опасно. Но какими должны быть первые действия людей, когда они обнаруживают, что горит трава и большие территории? Конечно, мы просим людей на первоначальном этапе как-нибудь попробовать самим ликвидировать это возгорание. Но если граждане видят, что ситуация или горение уже исходит под контролем, то в любом случае нужно вызывать наши подразделения по телефонам 101 либо 112. А вот самим потушить это как? Вот что брать под руки? Брать какие-то полотенца, одеяло? Чем тушить? Можно, конечно же, тушить подручными средствами, которые находятся в поле зрения. Это, шансовый инструмент, лопата, грабли, либо это ведро с водой, может быть, где-то шланги на своих участках имеются поливочные. Если есть возможность зайти в свое домовладение, то, конечно же, можно взять ту же хлопушку какую-нибудь или одеяло. Вот таким способом. А как правильно оценить? По силам потушить пожар или не по силам? В целом, я считаю, наверное, это правильно. Лучше всего на первоначальном этапе сразу же вызывать наши подразделения. И уходить из территории своего домовладения, дабы не стать жертвой этого возгорания. Будут ли благосклонны сотрудники МЧС к нарушителям? Вот многие просто считают, что приедут, поговорят и ничего не сделают. А на самом деле как это происходит? Население продолжает выжигать сухую растительность, несмотря на различные профилактические меры. Это действительно так? Да, много всего говорится, много доводится через средства массовой информации, но, к сожалению, если вина будет доказана поджигателя, то ему грозит штраф, согласно статье 15.57 административного кодекса, в размере от 10 до 40 базовых величин. Это на сегодняшний день уже довольно такие ощутимые денежные средства. Да. А если человек разводит костер в неустановленных местах, то ему грозят штраф в размере 12 базовых величин. Но я хочу сказать, что сегодня не только МЧС уполномочено составлять административные протоколы по статье 15.57. Здесь наделены правами это охрана природы и окружающей среды и инспекция животного и растительного мира. Так что круг надзорных лиц очень велик. Дмитрий Александрович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо, Александр. Спасибо, телезрители. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» – подборка интересного видео, снятого людьми со всего мира. Пыльный дьявол едва не поднял воздух пешехода в городе Фэрвилд, США. Песчаный вихрь появился внезапно на пути мужчины и несколько раз двинул его с ног. Но тот устоял. Находившиеся рядом люди поспешили в дом, а пыльный вихрь прошелся по его крыше. Сорвал элементы кровли и поднял вверх мусор. Пыльным дьяволом называют атмосферное явление, возникающее у Земли, когда ее поверхность сильно прогревается лучами солнца.
В Мэриленде тягач с прицепом протаранил школьный автобус. Это произошло на перекрестке в Клинтоне. Фура зацепила еще и легковой автомобиль, а после столкновения с автобусом перевернулась. Пострадали несколько человек. Погибла женщина. Полицейские до сих пор разбираются в причинах аварии. Догнал на автостраде. В Нью-Йорке водитель на BMW врезался в прицеп фуры. Камера заднего вида запечатлела момент столкновения. Легковушку отбросила на ограждение, а потом развернула поперек дороги. Такова цена невнимательности. Благо, что обошлось без жертв. От происшествий на дорогах к происшествиям в метро. В питерской подземке пассажир в ярости выбил стекло двери поезда, а потом вышел на станции и скрылся. Запечатлела этот случай девушка, которая снимала на мобильный молодого человека, показавшегося ей странным. Но неожиданно героем ее видео стал еще один пассажир. Мужчина начал выламывать дверь, стучал по ней ногами, а потом кулаком выбил стекло. Чем напугал многих пассажиров. Когда мужчина скрылся, люди обратились в полицию. Как снять приятеля с крыши, если тот не хочет спускаться? Вопрос непростой, но герой этого видеоролика нашел на него ответ. Просто ухватить за руку и как следует потянуть. Предчувствуя комический исход, очевидцы стали снимать происходящее на телефоны и не разочаровались. Оба приятеля рухнули прямо на крышу легковой машины. При этом тот, который спасал своего друга, получил травму. В Китае работник автозаправки потушил сигарету водителя огнетушителем, когда тот курил в салоне своего авто. Автомобилист не отреагировал на замечание, и заправщик решил его проучить. Причем сделал это дважды. Сначала, когда мужчина находился в своей машине, а потом на улице, когда ошарашенный водитель толкнул его в грудь. В общем, оба в итоге оказались в полиции. Но урок курильщик наверняка усвоил. Забавный случай произошел в одном из российских аэропортов. Вместо того, чтобы пройти под рамкой металлодетектора, молодой пассажир со своей сумкой полез в сканер для багажа. Сначала он пытался с ней пройти не по правилам, но после замечания сотрудника службы безопасности аэропорта встал на ленту и прокатился со своим баулом в рентгеновской камере. Скорее всего, не знал, как вообще проходит контроль в этой зоне. В общем, рассмешил охрану до слез. Зато проходить рамку металлодетектора больше не понадобилось. А это видео набирает популярность за океаном. Попытавшись доставить брошенный спортивный мотоцикл к участку своим ходом, полицейский переборщил с газом, поставил байк на дыбы и совершил ДТП. Впрочем, ему помешал автомобиль, который на перекрестке двигался справа. Да, с такой техникой нужно знать, как обращаться. У полисмена это вышло не очень. На сегодня это все. Увидимся на Беларусь 4 в это же время, ровно через неделю. Берегите себя.